Общественная палата Одинцовского района за здоровый образ жизни. Рабочая суббота не помешала провести спортивный праздник на лыжероллерной трассе. Посоревноваться и отдохнуть в Одинцово приехала также Истринская общественная палата. Поприветствовал всех участников и дал старт началу лыжной гонки Захар Иванов. Лыжникам желаю побед. Вот, главное не занять там первое, второе место, а самое главное поучаствовать. Трасса у нас самая лучшая в Московской области. И вот давайте ее так и пропагандировать. Дай Бог всем здоровья, к новым свершениям. Насыщенная концертная программа удивляла и радовала гостей. Ростовые куклы, полевая кухня, чай, самоваров, зажигательные аниматоры, современная музыка и, разумеется, всеми любимые русские народные песни. Прекрасное пение в исполнении народных ансамблей не оставило никого равнодушным. Под такие хиты невозможно не пуститься в пляс. Все готово к старту. Задача не из легких – пробежать 3 километра, но общественников не пугают такие расстояния. Сначала на дистанцию отправились мужчины, за ними – женщины. В первом забеге победил Илья Круг из Истры, во втором – Мария Заугольного из Одинцова. Все участники соревнований получили благодарственные грамоты за активное участие в спортивной жизни района. Дарья Сутягина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».